В Сургутском районе завершился чемпионат по интеллектуальным играм «Золотой глухарь» на кубок главы муниципального образования. Финальную игру провел кумир интеллектуалов, магистр клуба «Что, где, когда» Максим Поташов. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Для жителей крупных городов интеллектуальные чемпионаты на десятки команд – явление привычное. Но вот организовать аналогичные соревнования в муниципальном районе, особенно таком крупном, как Сургутский район, совсем непросто. Прежде всего, из-за логистики участникам далеко добираться. Мы решили, что было бы здорово, чтобы в самом большом муниципалитете Югры была возможность играть регулярно, играть на разных площадках. И вот мы запустили проект. Сначала провели отборочные этапы во всех поселениях, потом собрали на полуфинал уже более крупные площадки и уже на финал собрали лучшие команды. Некоммерческая организация «Интеллектуальный клуб» занимается организацией таких соревнований на территории Югры уже более 20 лет, в том числе и на Кубок губернатора. В этом году, благодаря гранту главы Сургутского района на 978 тысяч рублей, удалось организовать чемпионат по интеллектуальным играм и на этой территории. Чемпионат состоял из трех этапов – заочные, отборочные игры, полуфинал и финал. Игру вел четырехкратный обладатель Кубка «Хрустальная сова», магистр игры «Что, где, когда» Максим Поташов. Команды разного уровня. Есть сильные, а есть такие, которые, возможно, тоже сильные, но играют впервые. Вот. Я хочу отметить отличную организацию игры. Есть замечательная команда организаторов, уже опытных, которые отлично развивают интеллектуальные игры. В отборочном этапе приняли участие 63 команды. На финал организаторы пригласили 30, но приехать смогли не все. За кубок главы Сургутского района «Золотого глухаря», а также за денежный приз в 60 тысяч рублей в итоге боролись 19 команд. Действительно боролись. Мощная интеллектуальная нагрузка длилась 8 часов в 5 дисциплинах. Это здорово, когда появляется такая сильная мотивация у молодых людей и у людей разного другого возраста на тренировку своего физического здоровья. И есть еще один орган в человеческом организме, состоящий из двух букв. Это ум. И его вы тоже сегодня очень успешно тренировали. Победители – команда из Лентура также получила путевку на участие в региональном этапе соревнований на Кубок губернатора Югры, который пройдет в конце ноября в Нижневартовске. А еще возможность участвовать в новом федеральном проекте интеллектуального клуба.